перед тем, как я начну терзать три струны, я хочу сказать, что сегодняшняя программа, она как бы имеет название, которое называется «По страницам утерянного блокнота». Утерянного давно, утерянного на стыке двух последних тысячелетий. Все дело в том, что я как бы свежих песен в последнее время не пишу. И поэтому я решил поднять старые песни старого блокнота. Я его нашел, он не пропал. Есть несколько как бы теорий, которые пытаются объяснить, почему нету свежих песен. Но одна из этих теорий говорит о том, что где-то около 3 лет назад я начал писать такую достаточно дерническую песенку, которая имела тогда рабочее название «Посвящение музе». И она тебя наказала. Надо сказать, что что песню я так и не написал, она не состоялась. Но вот один катренчик из первого куплета, он зацепился, значит, где-то в памяти. И я его начал рассказывать на вот таких вот наших бардовских каких-то мероприятиях. И звучал он, звучит приблизительно таким образом. Сказал я музе: ты ленива, стихи твои банально пошловаты. Пойду-ка лучше выпью пиво. Что значит вместе? Да пошла ты. Ну, кто обидел его музыку. Теория говорит, что она таки да пошла.